С вами Ирина Ронец и компания Infinii «Электронная коммерция». Если вы уже стали клиентом компании и приобрели один из пакетов за 50, 150 или 400 долларов, вы имеете право доступа к спрингборду, то есть платформе компании, на которой вы сможете покупать товар, предложенный от компании, продавать его и получать прибыль. Но чтобы вам открыли этот доступ, недостаточно просто купить пакет. Нужно пройти определенные тесты и ответить правильно на вопросы. Прежде чем ответить правильно на эти вопросы, вы должны ознакомиться с данным видео, в котором есть подробные шаги, о чем рассказывает автор этого видео, то есть что такое данная платформа, как приобрести товар, как его поставить на продажу, какие условия получения прибыли, какая гарантия от компании и так дальше. Все это внимательно есть на этом видео. Затем вы опускаетесь вниз и читаете внимательно данные документы. Нажимая на первую ссылку перед вами, открывается PDF-файл, и в нем описано конкретно, что такое Springboard, то есть платформа от компании, как она работает, как именно продается товар, какая комиссия за него, какая прибыль, что вы будете иметь, что вы отчислите в компанию, и также то, что если товар не продается, вы можете его вернуть и получить обратно ваши деньги и купить следующий товар. То есть со всем этим внимательно ознакомьтесь на данном документе. После этого вы открываете вторую ссылку, следующий документ, PDF-файл. На нем как раз будут три пакета и описание, сколько стоит пакет, сколько баллов для бинарного плана, если вы хотите быть в маркетинге и получать также как партнер прибыль, сколько комиссия с данного пакета, где он будет продаваться, на каких интернет-магазинах, платформах от компании, и также какие тренинги входят в данный пакет и все условия. То есть внимательно ознакомьтесь и с этим, чтобы вы знали, что положено вам, покупая тот или иной пакет. Третье – это посмотреть видео, о котором я говорила. И четвертое – это пройти вот эти вот тесты. То есть здесь есть несколько вопросов, и нужно выбрать правильный ответ. Когда вы будете уже знать, посмотрев видео, прочитав документы, ответ, вы можете приступать к выбору данных ответов. Итак, что такое Springboard? Есть три ответа. Это электронно-коммерционный сервис, это секретный членский уровень в Infinii, или это кусок дерева, здесь так переводится, или, скажем так, кусок пирога, который эксклюзивно доступный от Infinii. Наш ответ будет первый. Мы ставим здесь точку. Это сервис, который дает полное управление электронной коммерцией. Дальше. Где будут продаваться товары от Springboard? Ответы следующие. Amazon, eBay, Google Shopping Network, Facebook и последнее All About. Это на всем этом, то есть на всех этих магазинах имеет право и имеет доступ продавать товары компании Infinii от Springboard. Поэтому мы ставим точку на последнем, пятом, выбираем все. Дальше. Следующий вопрос. Товары на Springboard не меняются. Первое – правда, второе – неправда. Выбираем второй ответ – неправда, то есть товары меняются на Springboard. Общие комиссионные, которые собираются для оплаты на спринборде, откуда они аккумулируются? Первый ответ от Infinii только, второй ответ от Амазона только и третий ответ от всех. Мы выбираем третий ответ, так как мы будем платить комиссионные и от Амазона, и от Infinii. Следующий вопрос. Следующий вопрос. У себя в кабинете вы будете видеть на спринборде такую графу, когда будете покупать товар. Expected profit per unit. Это означает предполагаемая прибыль от одного товара, данного товара. Так вот, вопрос в том, гарантирована ли у нас она на спринборде. Здесь мы выбираем второй ответ. Но нет, потому что предполагаемая прибыль не гарантирована. Цена может и колебаться. Следующий вопрос. Springboard гарантирует, что товар будет продан? Ответ первый – yes,
второй нет. No. Мы выбираем второй. No. Нет, потому что товар может и не продастся, но зато у нас есть возможность возврата. Поэтому 100% гарантии нет. Дальше. Какие возможности есть для выбора продать товар от спринборда? Первое. Это я сам буду продавать. Второе. Компания InfiniEye берет полностью на себя и обслуживание, и доставку, и продажу моего товара. И третье. Все две опции. Значит, мы ставим кнопку на третье, потому что и первый выбор нам подходит, мы можем сами продавать, и второй выбор тоже у нас есть, компания может за нас это сделать. Следующий вопрос. Если мы хотим сами продавать товар, что мы для этого должны иметь? Первое. Мы должны иметь лицензию продавца. Второе. Нам ничего не нужно иметь. Третье. Я понятия не имею. И четвертое. Ничего из этого. Мы ставим точку на первое. У нас должна быть лицензия продавца, если мы хотим сами продавать. Лицензия от eBay или Amazon. Дальше следующий вопрос. Если мы выберем опцию, чтобы компания сама за нас продавала, какова рекомендуемая цена продажи товара? Первое. Рекомендуемая цена минимальная от компании. Второе. Ниже рекомендуемой цены от компании. Третье. Любая цена, какую я хочу. Мы здесь ставим точку на первый вариант. Именно та минимальная рекомендуемая цена, которую ставит нам компания. Следующий вопрос. Что входит в стоимость оплаты одного товара, когда мы его выбираем для покупки? Первый ответ. В оплату входит также доставка и комиссионный сбор. Второе. В стоимость оплаты одного товара входит также моя ежемесячная абонентская плата на сайте. Третье. Ничего из этого первого или второго, и последнее, ничего из всего этого. Мы ставим точку на первые. В оплату товара также входит доставка и комиссионный сбор. Следующий вопрос. Моя абонентская плата в компании InfiniEye включает стоимость оплаты товаров на спрингборде? Первый ответ – да, второй ответ – нет. Мы выбираем второй ответ «нет». То есть то, что мы платим за ежемесячную оплату, не входит в стоимость покупки товара на спринборде. Это дополнительные деньги. Вопрос следующий. Если я отменю покупку моего товара, что будет с моими кредитами? Значит, чтобы вы знали, для тех, которые еще не знают полностью эту информацию, что когда мы в кабинет будем загружать деньги с нашей карты для покупки товаров, они будут сразу конвертироваться в кредиты, так называемая электронная валюта, один к одному. Поэтому мы будем покупать за кредиты и возвращать тоже нам будут кредитами. Итак, ответ первый. Эти кредиты вернутся в наш кабинет, на наш баланс. Вопрос, ответ второй. Они исчезнут где-то в черной дыре. Ну, так здесь написано. Третье. Ничего из этого. Мы ставим точку на первом. Эти кредиты вернутся на наш баланс. Следующий вопрос. Когда товары со спрингборда будут посланы на Amazon после того, как мы их купим? Первый ответ – немедленно. Второй ответ – через неделю. Третий ответ – когда все будет продано. И четвертое – когда будет конец моего календарного месяца в компании. Ставим кнопку на третий ответ. После того, как все товары будут проданы. Предпоследний вопрос. Когда мы получим оплату за проданный товар на Амазоне? Первый ответ. В момент продажи данного товара на Амазоне. Второй ответ. Неделю спустя после продажи. Третий ответ. Когда Амазон пошлет нам оплату. И четвертый. В конце месяца. Мы выбираем третий ответ, когда Amazon пошлет нам оплату. И четвертый, последний вопрос. Моя прибыль в спринборде гарантирует покрытие моей месячной, ежемесячной оплаты на сайте? Нет. Выбираем мы последний ответ и нажимаем кнопку «Submit». Ответив на все вопросы и их проверив еще раз, мы нажимаем на кнопку «Submit».
все, если все правильно, то у вас открывается уже вот данный документ, и здесь вы должны вставить ваши данные. Пишите свое имя и фамилию на английском и нажимайте Submit, что вы все поняли и согласны с теми условиями, которые предлагает компания Infineon. Submit. Еще раз подписываем следующий документ. Также вводим наше имя и фамилию. И нажимаем Submit снова. Здесь снова пишем. Имя, фамилию, что мы согласны с условиями Springboard и Amazon. И снова вписывайте. То есть компания хочет, чтобы вы вписали свою подпись или имя, фамилию под каждой прочитанной страницей от соглашения документа компании или слайдов. Прописываем здесь и ставим Submit. И на последней странице вам еще раз предлагают внимательно прочитать то, что вы подписали. То есть можете поставить на переводчик и перевести. Здесь говорится о том, что вы не должны делиться информацией о конкретных продуктах, что вы не должны конкурировать с идентичными продуктами с какой-либо другой платформой электронной коммерции, и что вы понимаете, что несете ответственность за все это, но также понимаете, что Infineon не несет ответственности за повреждение или потерю того или иного продукта. Если вы все это прочитали и приняли, здесь мы проставляем везде птички с тем, что мы согласны, и ставим точку на слове Submit. Подтверждаем. Все. Теперь уже вам доступен Springboard. Теперь вы уже можете ждать, когда поступят товары для того, чтобы вы могли их купить, если вы желаете.